Вот такой кошелек Longer с харлеевским дизайном. Выполнен в технике ручного тиснения. Рисунок объемный. Окрашен кистью и аэрографом, также вручную. Прошит вручную. Вмещает в себя 6 отделений для карт, отделение для купюр и отделение для мелочей на замочке. Также имеет вот такое скрытое крепление. Так выглядит в раскрытом виде. Очень удобная модель. Небольшая, компактная, в то же время вмещает в себя большой набор необходимых вещей.